Власти Австралии объявили о предотвращении террористических атак в Мельбурне, запланированных на Рождество. Накануне спецслужбы провели несколько рейдов, в ходе которых были арестованы 7 подозреваемых в попытке организации терактов. По словам главного комиссара полиции Грэма Эштона, арестованные уже некоторое время находились под наблюдением органов правопорядка. О других подробностях антитеррористической операции пока ничего не сообщается. Безопасность наших граждан для нас всегда будет приоритетом номер один. Чтобы обеспечить ее, мы используем все имеющиеся ресурсы. На сегодняшний день уровень террористической угрозы минимален.